Мне гитарист говорит, Кирилл его зовут, говорит, объясни ситуацию. Ситуация такая. Я вроде как пишу стихи, а он выкладываю где-нибудь там. Вот, мой дорогой человек, рыженький. Вот это хорошее. А потом, мы это уже играли. А потом вот Кирилл берет и говорит, я песню написал. А я же поэт все-таки, и не все свои тексты я могу воспроизвести потом. И он говорит, надо эту песню сегодня сыграть. Поэтому мы попытаемся ее первый раз исполнить, так что сегодня открытие. Вот, почему бы и нет? Это будет пример.